Ну все, мы приехали в свой отель, который называется Хавайи Ривьера Ресорт. Или второй? Первый раз. И фамилия, имя, фамилия, имя, подпись? Фамилия, имя, подпись? Фамилия, имя, подпись, фамилия, имя, подпись. По-русски можно? Как удобно. Так нам сказали, можете пройти покушать, а потом нас уже проведут до номера. Поднимаемся на второй этаж. Обзор сделаем уже позже. Как здесь все красиво. На обед очень много разнообразных блюд. Также есть курица жареная, мясо, рыба. Выбирайте все по желанию, что вы любите. Также очень много овощей. Это картофеля, макарон, риса, разные подливы. Можно все это добавить специи, приправы. Очень вкусно у них хлеб, особенно вот эти египетские лепешки. Просто обидно. В общем, я взяла все понемножку. Что-то вот это вот такое вот интересной формы. Но вкусно приготовлено. Огурчики, курочку, сыр, колбаска, есть пицца, рис и ихняя лепешка египетская. Все вкусно. Но что-то мне тут попалось остренькое очень. Сережа сходил за пивом. Здесь дают пиво вот в таких маленьких стаканчиках. А еще что ты себе взял? Ром. Ром? Как тебе еда на первый вкус? Не, вкусненько. Рис очень вкусный. Мне понравился рис. И какую-то вот я взяла пасту. Что-то здесь чили очень вкусно. Мороженое, оно двух видов, шоколадное, простое белое, ну а также можно заказать микс. Хочу, не знаю, посмотрим. Может, вот такое взять? Давай возьмем такое. Нам вот это положите, пожалуйста. Да. И вот это еще. Только чуть-чуть совсем. Все, спасибо. Так, мы взяли по мороженке. И вот два кусочка тортика. Ну, очень вкусно покушали. Сейчас мы идем на ресепшн, чтобы нам показали уже номер. Вот как подключиться к Wi-Fi. Все, нас ведут к нашим апартаментам. У нас Club Room, то есть не в главном корпусе, а через дорогу, это вот, вот напротив. Но мы можем пользоваться полностью территорией и главного корпуса, и рядом отеля, который идет Hawaii Leisure Inn. В этом дополнительно втором корпусе он идет вот всего лишь через дорогу. Здесь номера дешевле. Но Wi-Fi работает только в главном корпусе на ресепшене в лобби. Очень красивая территория. Очень много. На пятом этаже классно. Это же хорошо, что на пятом у нас будет видать все. Здесь также есть бар по левой стороне. И выходим на территорию. Также имеется бассейн, лежаки. Для детей есть качельки. Вечером очень красиво, все светится. У нас номер на пятом этаже.
Очень мы довольны, что получили именно там номер за день. А номер прогревался и было очень тепло. Здесь всегда было тихо, спокойно. Хорошо именно здесь отдыхать с детьми. В главном корпусе постоянно звучала громкая музыка. А здесь все тихо и спокойно. И на пятый этаж. 4504 номер. Итак, обзор номера 4504, который находится у нас на второй линии Club Room. Итак, давайте сразу, как мы зашли, у нас туалет с ванной, фен. Давай посмотрим, работает, нет. Работает. Зеркальце. Полотенчика. Стаканчики. Мыло, туалетная бумага, унитаз. Это вот такая у нас будет душевая. Также полотенчики есть. Уютненько все. Напротив у нас шкаф. Одеяло, сейф. Не хочет открываться. Так, здесь еще одно одеяло, только это теплый, прям как это плед. Плюс вешалочки вешать. Дальше проходим. Дальше вот такой большой светлый номер. Номер у нас на пятом этаже. Мы даже рады, что на пятом. Такой вид с балкона красиво открывается. Здесь у нас тумбочка. Чайник. Все для чая, сахар, чай и каждому по бутылочке воды. Кстати, вода вся запечатана. Телевизор. Прямо у нас балкон. Сереж, сними курточку-то. Жарко. Красивая картина. Два светильника. И вот такая большая кровать. Две тумбочки. Холодильник есть. Да сними ты уж курточку. Здесь есть столик, два кресла и балкон, на котором есть вот такие шикарные кресла. Столик и потрясающий вид. Посмотрите. На бассейн. Здесь вот есть детская площадка небольшая, качельки. Также здесь можно купаться, лежаки. В свободном доступе. Но вот сейчас время уже после обеда, здесь тенечек. Вот тут напротив прямо бар. Ну, а это главный корпус отеля Hawaii Riviera Resort. Аквапарк. Рядышком Hawaii Le Jardin. У нас завтра там прямо будет с гидом встреча. Можно пользоваться общей территорией, так как это один хозяин. Ну, а кушать только в своем отеле, то есть Hawaii Riviera Resort. А вон видно немножко кусочек моря. Посмотрите, вон кусочек моря. Ну, мы сегодня обязательно тоже прогуляемся до моря. Так что вид у нас тоже очень красивый, очень потрясающий. Ну, как тебе номер? Хороший, просторный. Да, нету мыльных принадлежностей, ни шампуня, ни геля, ничего. Мы как-то понадеялись, потому что это всегда, куда бы мы ни ездили, в какую страну, всегда это было. Мы не взяли. А здесь получается только вот. Ага, и тут пусто. Смотри, Сережа, даже мыла жидкого нет. Пустой. Ладно, зайдем, купим, ничего страшного. В этом нет. Номер хороший, понравился. Кстати, есть телефон. Можно напрямую позвонить на ресепшн. Ну все. Номер нам понравился. Тепло. На улице сколько сказали градусов? 23 градуса. Но море холодное, 18 градусов сказали. Но мы на море еще не были, посмотрим. Как там
купаются, не купаются. Ну все, пока-пока. Итак, мы приняли душ в дороге. Сейчас пойдем на ресепшн, подключим интернет и своим уже родителям да дочке напишем, что мы приехали, все хорошо, чтобы они не переживали. Я думала это нажимать. Запрещено кататься. Да, ребенку без родителей запрещено кататься. Так, заходим. Такой лифт красивый. Весь, правда, обляпанный стекло. Здесь кто-то красиво. Здесь есть телефон. Это на всякий случай, если лифт застрянет. Но такого, я думаю, что здесь не бывает. Прохладно? Здесь 6 или 7 бассейнов, один подогреваемый. Вот так вот. Стаканчик ему. Ананас? Это персик. Ёлочка. Такая красота на территории. Очень красиво. Так, ресепшн. Здесь мы оформлялись. Ну, а это у нас лобби. Здесь елочка с Дедом Морозом. В преддверии Нового года. Смотрите, какая красота. Пойдем. Вот такое большое лобби. Очень красивое. Все везде украшено. Так, мы пошли получать полотенце. Сказали, можно около бассейна или на море получить. Но так как отель стоит на первой береговой линии, о, ребятишки плавают классно. Сейчас мы обменяем карточки, которые получили на ресепшн, на полотенце. На одну карточку выдается взамен одно полотенце. Находится напротив детского бассейна. Полотенце можно менять каждый день. Прогуляемся по территории. На территории находится главный корпус и 21 бунгало. Вот так они выглядят. Они находятся по обоим сторонам бассейна. Два бассейна подогреваются, это детский и один взрослый. Остальные не подогреваются. Здесь, конечно, место для фото. Фото здесь можно сделать очень-очень много. Ой, какая красота! Каких только цветов нету. Ой, желтым цветет так красиво. Здесь даже есть вот. Аист фламинго розовый. Очень красиво. Специально вот такие есть для тех, кто курит, потушить свою сигаретку, чтобы не получилось так, что где-то выбросили, и она загорелась. Территория, ну просто сногсшибательная. Вот серьезно, это столько труда вложено. Ой, отель суперский. Как на подоконниках растут-то? Кактусы? Не, вот это, вот это. Не знаю. Столько всего для детей здесь тоже много. Да, мест для лежаков очень много.
даже специально занимать не надо, ходить раньше времени, там рано утром или что. Всем хватит лежаков. Их просто море. Их просто море. Ну, а это мы уже подходим к самому морю, к Красному морю. Сереж, так пойдем здесь, вот, пойдем посюда. Ну так мы здесь ближе просто пройдем. Сережа хочет еще погулять по территории. Ну мы только приехали, конечно, все обойти нереально сразу. Здесь хорошо, здесь качельки. Мы вечером погуляем. Сейчас мы здесь пройдем немножечко до моря и ляжем позагорать чуть-чуть. Вот. Ну а вечером уже сходим, прогуляемся. Здесь, наверное, красиво, все в подсветках. Уже более получше погуляем по территории. Тоже есть бар на пляже. Ой, какая красота! Кстати, нам сегодня сказали, что Красное море самое чистое, потому что в этом море не впадает ни одна никакая река. Да, здесь вот такая у нас афиша. Рыбу не ловить, кораллы руками не трогать, мусор не бросать, ракушки тоже не трогать. И алкоголь не распивать, с собаками здесь тоже не ходить. Вот есть вход. Интересно, тепло, нет, там катер. О, смотри, катаются, как они называются? А? Ой, их там сколько много, красотища какая. Самолет. Кто-то уже отдохнул и полетел домой. А мы только прилетели. Как здорово. Люди, кстати, купаются, вон, смотри. Я хочу потрогать море. Но сегодня до времени уже, у нас осталось совсем чуть-чуть, чтобы позагорать. Выпить нормально. Ну-ка. Ну да, прохладное здесь. Территория просто огромная. Рыб, там 200 хорошо пойдет. Нет, мы сейчас вот туда уйдем, где ветра нет, вон туда в бок, и там ляжем позагорать. Мы просто приехали уже ближе к обеду. Почему так получилось? У нас перенесли рейс. У нас должен быть 4:35, а в итоге перенесли на 7:40. И мы вместо 7:30 приехали сюда уже к обеду. Мы приехали и на обед сразу. Летели на парашюте. На территории проходит анимация, как для взрослых, так и для детей. На берегу играют в волейбол. Площадка. А мы пойдем вот туда, где горки. Так, вот в эту полосатенькую садится там вот женщина сверху. И она сейчас прямо вот здесь должна вынырнуть. Надь уехала, да, уже? Едет? Да, поедет. Вода. О, такая! Опа, бубуль! Хочу вот на этой прокатиться, но не сейчас, завтра. Сегодня уже прохладно.
Да, вот на этой ватрушке, вот на этой двойной они катаются. Очень много разных горок, с которых можно кататься с 10 до 12 и с 2 до 5. Но вода не подогревается в этом бассейне, поэтому, когда вы будете катиться с горки, естественно, окунетесь в прохладную воду. Ух, сейчас бубух! Пока что. А ты слышал, как он громко сюда бубухнулся? Я потерял. Опа, все. Смотри, как красиво среди этих, да? Можно прогуляться по территории и перекусить. Гамбургер и картошка фри. Да, пальмочки уже светятся звездочками. Здесь везде фонарики. Сейчас выключат свет. И картины должны светиться. А. Фосфор. Да. Фосфор. Это картинка светится. Это фосфор. Кошка. Или вы смотрите здесь курочей жизни с глаз, да? Посмотрим, что сейчас еще будет. А, Клеопатра. Не вертите? А, вот видно, да, вот серенький внутри. Вот. Это твой рост. Честно, да, будут. Вот тебе крест, чтобы я сдох. Посмотрите, какая вечером красота, все светится. Вот наш отель. Хавайи Ривьера Ресорт. Напротив Хавайи Ле Жардин. Здесь, где мы живем. Хавайи Ривьера Ресорт. Здесь клуб. Клуб. Клубные номера. Проще сказать, чтобы люди поняли. Да, здесь магазинчик. Магазинчики хорошие. Нам так понравилась картина большая. За $25. Такая красивая, да, картина. Мечеть. Мы хотим вот сходить до той мечети. Но сразу скажу. После 5 часов вечера надо теплее одеваться. Ветер. Здесь целая сеть отелей Хавайи. Вот там наши. И вот все сюда идет вдоль. Вечером такая красотища. А мы идем вот в тот большой центр, который находится прямо напротив всех отелей.